сегодня едем? Почему мы свернули направо? А едем мы в Хаэн. Сейчас будет такая развязочка. По дороге в Хаэн. Ни в одной стране мира нет такого региона, как Хаэн в Испании. Потому что Хаэн, провинция Хаэн, это столица по производству оливкового масла. Нигде, ни в каком регионе, повторю, ни в какой другой стране не производят так много масла качественного оливкового, как в провинции Хаэн. Куда ни кинь взгляд, везде оливковые деревья. Направо, налево, прямо, позади нас. До Хаэда 40 километров. Но мы уже едем по провинции Хаэн. Смотрите, вот в Google картах все эти оливковые деревья можно увидеть. Все эти посадки. Как на уроках черчения. Все разлиновано и точечки проставлены. Прежде чем заехать в Хаэн, мы сейчас заедем в соседнюю деревню, чтобы купить самых лучших чориса, морсия, сальчичас и всяких других мясных вкусняшек. И, наверное, еще бутылку оливкового масла купим. Посмотрим, сколько стоит. А называется эта деревенька, в которую мы заедем, Лас Инфантас. Я забыла. Начала сейчас муж допытывать, куда мы едем, куда мы едем. Он говорит, ну, Лас Инфантас. А я не понимаю. Он говорит, слушай, ну, король Испании, кого имеет? Я говорю, ду, дочерей. А они кто? Я говорю, инфанты. Ну вот, Лас Инфантас. Лас Инфантас. От одного названия у меня уже во рту слюнки потекли. Как будто я уже жареная чориса ем. На канале уже есть ролик, как мы закупались в этом магазине. Так что в этот раз не буду девчонок продавцов смущать, снимать не стану. Кому интересно, можете поискать на канале. Это место. Имбутидос касерас. Dígame. Esta morcilla picante, ¿no? Dulce y picante la tiene. Vale, échame de esa, échame cuatro. Sí.
Очень понравилось, какие апартаменты сняли в самом центре Хаэн на одну ночь, 105 евро. Окна спальни и кухни, и второй спальни выходят на улицу. Но улица очень тихая была, и нам повезло. Машину прямо напротив окон припарковали. И понравилось в этих апартаментах, как сделан санузел, душевая, большая. Пол хороший, не скользит, даже коврик не нужно подстилать. С подсветочкой, дверки удобные. Полочка для того, чтобы положить моющие средства. Думаю, что если будем ремонт дома делать, вот по такому же типу отремонтируем ванную комнату. Ну вот, что мы купили на 60 евро. Распаковочка. Это чек потом в конце покажу. Есть. Это морсия пиканте. Марсия пиканта. Так, есть. Следующий пакетик. Это тоже морсия пиканта. Еще морсия пиканта. Ну, любим мы ее. Ну, что с нами поделать? Это морсия дурсе. Это сладкая морсия. Так, дальше что у нас? Это это я себе купила. Бекон, господи. Амадо. Это холестерон по мне. Да, это холестерон для моего мужа. Кстати, вы знаете, что мужчинам холестерон необходим? Кешу на сайте. Кешу нехо на сайте де олива вирген де Хаэн. Ой, какая вкусняшка. Это сон чорисо пиканте. Чорисо пиканте. Все это на 60 евро. Чек в конце продемонстрирую. Это сальчичон и чоризо. Шейк. Ага. И это, как видно, ма, чоризо де сьерву. Ага. Это маша де морсилья. Да, очень, кстати, вкусная и хранится долго. А это я захотела свиную голову. И это кабеса де сердо. Угу. И я не queda más nada. Esto ya que queda aquí es una bolsa para echar las cosas después mañana. Y ticket. Demostrar. Так. 66,79. А, ну на 7 евро ошиблась. На 67 евро. Вот так вот. Ну, так что закупайтесь. Советую. Еще одна небольшая рекомендация от меня тем, кто любит сумочки, недорого. Каждый раз, когда я приезжаю в Хаэн, в районе автобусной станции, есть вот такой магазин. А здесь продаются, разумеется, китайские сумки. Но они настолько хорошо подделаны, они настолько качественны. И цена, ну, копеечная. 12, 17, 20 евро. Наверное, самая дорогая сумка. Я не знаю, ну 40 евро это, наверное, потолок здесь будет. На картах этого магазина нет, но по названию можете сориентироваться. То есть магазин замечательный. Здесь рядом парковочка такси. Видимо, приезжающих с автобуса встречают. Еще другие магазины, и там, если за угол сейчас вправо завернуть, тоже будет ряд магазинов. Ой, последний раз я покупала здесь сумки до пандемии. Да, ну сегодня оторвалась. Купила две сумочки и кошелек. Хотели сегодня посидеть вечером здесь, в этом заведении. Любим хороший тапас, хорошая еда. Но здесь празднуют 40-летие. Вон какой красивый стол накрыт уже. Ну, хорошо им попраздновать. А мы пойдем дальше. Вот главное отличие Хаэна от Малаги. Я имею в виду в кафешках и в барах. Смотрите, какие тапасы подают. Да? Так вот, 2-3 бокала выпьешь и наешься. Не просто закусишь, а наешься. Эх, холодненькая, с пеной. Ням-ням.
при таких тапас грех не повторить, а мы не хотим грешить. Вот смотрите, что в этот раз. Тортилья де патата, да? Тортилья на кусочке хлеба, сверху алиоли и еще орешки. Так, ну, наверное, уже по последней, потому что впереди еще ужин. Ой, как хорошо в Хайне. Даже воздух здесь другой.